Но это вот благоустройство, цветы, это вы, это управляющая компания, это не жители. Организация совместно с жильцами. А, дома. То есть и жильцы здесь участвовали, помогали. Да, все вместе. Территория очень большая, тариф оставлен 14 рублей на все, все, все про все. Казалось бы, место всего ничего, клочок. Нравится. Мы недавно совсем здесь живем. Где мы жили, у нас там, конечно, такого нет. Сейчас... В принципе, радуем благоустройство дворов. Зеленение, конечно, такое шикарное. На той стороне хочу сделать посередине. У вас там места много, да, там можно но красиво. Но там плохо, что там земли мало, а потом идет бетон. Там, видать, стоял кран. Вот. И лучше сделать посередине клумбу большую, и будет красиво. Это на несколько домов, да? Это несколько площадки конкретно. А, конкретно вот этого дома, 26-го, да? Средства собственников этого дома. Обычные бетонные кольца, которые обложены камушками. То есть сами собственники выходили и занимались благоустройством клумб. Тут вопрос-то, наверное, даже не в том, что все за свои деньги. По большому счету сейчас в любом дворе все за свои деньги. Но если там люди не хотят организоваться и чего-то делать, у вас наоборот. Вы когда строились, уже организовались, друг друга хорошо знали. Да, Север Стасия, да, да, поэтому и поддерживаете, и развиваетесь. Вот это самое главное. В следующем году, возможно, появится больше вазонов с другими цветами. Но есть к чему стремиться, тем ТСЖ, которые только создаются, но люди все равно начинают видеть и ощущать ту разницу, то, что было у них до ТСЖ, и то, что стало сейчас. Они видят, куда вносятся их средства, на что они тратятся, распределяются. У нас август только-только начинается, в самом разгаре, а по общему количеству мы уже заявок подошли к тому, что у нас было в прошлом году за весь сезон. То есть мы подошли к сотне вплотную. И очень радует, что в этом году активно откликнулись товарищества собственников жилья. И что вдвойне радует, откликнулись управляющие компании, которые вплотную работают с товариществами собственников жилья. И самое отрадное, даже не то, что красивые клумбы, красивые дворы. Самое отрадное то, что достигнуто вот в этих ТСЖ взаимопонимание с управляющими компаниями. Триколор. Самый настоящий. Тут это мы делали, то есть девочки нашими руками. А на промплощадке там уже непосредственно сталеплавы. Сталевары в свое время садили цветы. Европа какая-то. Знаете, я очень люблю путешествовать. И когда бываю в других городах, в других странах, то, естественно, обращаю внимание на парки, скверы, улицы, оформление входных групп. И поэтому это все оставляет очень большое впечатление, и хочется что-то подобное создать у нас именно в производстве. Главное было бы желание. А с нашим коллективом, который вот, конкретно моей службы, в нашем производстве, всегда все получается, потому что людям это нравится. Они именно вот чувствуют красоту, и когда они отходят от горячих печей, от льющегося металла, они попадают именно в ту атмосферу, которая немножко их отвлекает и дает хорошее настроение.